На улице Лихачева в районе дома номер 20 участок тепловой сети заменят на новый с применением трубы ППУ-изоляции. Проектом предусмотрено изменение прокладки тепловой сети из наружного в подземное исполнение. То есть в данный момент времени работы проводим по отсыпке части участка уже замененной трубой. Из 348 метров в данный момент времени поменяли 280 погонных метров. Порядка 80% по технологии работы завершены. На Рябиково в районе домов номер 3 и 5 также ведутся работы. Здесь отремонтированы тепловые камеры, переложен трубопровод. В данный момент времени ведем работы по монтажу железобетонного канала. Ну и, соответственно, готовим его для благоустройства. Ранее окончание отопительного сезона позволило начать раньше намеченного времени. Если на данном участке с 1 июня должны были только приступить к работам, мы уже приступили в начале мая. Соответственно, работы близятся к завершению. После ремонта на всех участках будет выполнено благоустройство.